Но начинаем мы выпуск с другой новости. Столкновение рейсового автобуса и легковушки в Иркутске привело к гибели 70-летней женщины. Роковым стал поворот налево, который выполнял водитель легкового автомобиля. Мужчина забыл, что должен уступить дорогу всем из встречного потока. В итоге в седан врезался рейсовый автобус. Основной удар пришелся на пассажирское сиденье легковушки, где как раз ехала пенсионерка. Шансов выжить у женщины не было. Предполагаемый виновник аварии не пострадал. Все в порядке и с теми, кто был внутри автобуса. Точных данных о числе пассажиров пока нет, но по предварительным данным полицейских в салоне находилось более 15 человек.